Доброе сельское утро! На улице весна, в эту пору года работы в селе как никогда. Поэтому пора уже собираться и трясти костями, так как скот еще не кормленный. С приходом весны хозяйство пополнилось новыми животными. Вылупились цыплята, а вот ихняя мама-квочка, которая их высиживала. Цыплята хоть и маленькие, но требуют большого ухода. Кормить их будем самодельной смесью из кукурузной крупы и тысячелистника. Цыпленки и ихняя мама с большим аппетитом кушают такое лакомство. Кроме еды, цыплятам нужна еще вода. Наливаем ее в поилки и отправляемся кормить куриц обычной пшеницей. Пернатые уже сыты, после них идем в хлев. Знакомьтесь, это новые поросята. Те, что мы кормили летом, пошли уже на мясо. А этих нужно еще откармливать и откармливать. Прихватив верету сушеной люцерны, которую мы с соседом заготовили еще летом, я пошел к кроликам. Наполняем кормушки люцерной. Ушастые ее очень любят. Коровке Марте также охота подкрепиться с утреца. Угощаем и ее сушеной люцерной. После того, как все младшие друзья накормлены, я отправляюсь к умывальнику приводиться в порядок. Умываемся, чистим зубы и бреемся. Хозяин должен выглядеть опрятно. Пока я ухаживал за скотом, бабушка не теряла времени и готовила кушать. Сначала она замесила тесто, раскатала его скалкой и при помощи стакана выдавила круглые лепешки. После этого наложила на них начинку из творога и картошки и слепила вареники. Бабушка забрасывает их кипящую воду. И спустя 3 минуты они готовы. А чтобы смаковало еще лучше, дополняем блюдо шкварками и домашней сметанкой. Никто не дает такую вкусную, как наша коровка Марта. Давайте уже завтракать, а то слюни ручьем текут. Вот это я понимаю вареники, не то что эти замороженные из супермаркета. Набив брюхо, я отправился на огород. Земля после прошлого года уже отдохнула и готова давать новый урожай. Но прежде всего огород нужно как следует подготовить. Сейчас нам поможет наш железный конь, старенький мотоблок. Заводим его. И подъезжаем к навозной куче. Марта целый год вырабатывала натуральное удобрение, сейчас оно нами пригодится. Открываем борт, берем вилы и залезаем в навоз. Его загружаем на прицеп мотоблока. Занятие это не самое приятное, но и я мужик не гордый. Загрузив полный прицеп, я двинул на огород. Приехав на место, я снова взял в руки вилы и начал сгружать навоз на кучу. Одна есть, немного отъезжаем от нее и делаем следующую. А затем еще одну.
Теперь, когда навоз выгружен, набираем немного навилы и разбрасываем его по периметру целого огорода. Как говорил мой дед, навоз – это коричневое золото. И с этим я полностью согласен. Ведь такое удобрение уже годами обеспечивает хорошую урожайность и поддерживает свойства почвы. После этого я отправился домой, так как работы в хозяйстве еще валом. Для скота на завтра нужно много всего подготовить. В сарае я прихватил стальную корзину и с ней отправился к кукурузохранилищу. Наполняем корзину кукурузой доверху. После этого идем к теребилке. Эта приспособа старая и проста как сапог, но очень сильно упрощает теребление кукурузы. Расстилаем под теребилкой рятно. Вставляем в нее струг и вращаем ручку. Из теребилки начинает высыпаться чистые зерна. Таким образом теребим всю корзину. По итогу получилось вот столько зерна и еще немалая кучка кочанов. Их ни в коем случае не выбрасываем, они пригодятся для растопки печки. Я взял зерно и пошел к самодельной мельнице. Изготовлена она из пары кусков железа, трубы и электродвигателя. Дед с батей смастерили эту мельницу еще когда меня на свете не было. По сей день она работает безотказно. Засыпаем зерна в бачок. Закрываем его, чтобы они не разлетались. На трубу одеваем мешок и включаем двигатель. Приоткрываем заслонку подачи зерна и на выходе получаем уже кукурузную муку крупного помола, или проще говоря крупу. Мне остается только подсыпать зерно и регулировать подачу. Вышло полмешка кукурузной крупы, на завтра этого должно хватить. Кладем мешок в сарай и держим путь в заросшее поле. Среди высоких трав растет тысячелистник. Он нужен для изготовления корма цыплятам, поэтому собираем его. Нарвав неплохой пучок, я начал измельчать тысячелистник ножом на мелкие кусочки, чтобы цыплятам было удобно его кушать. Набираем в миску кукурузной крупы. Добавляем к ней измельченный тысячелистник и немного воды. Перемешиваем все, чтобы смесь получилась однородной и немного влажной. Корм для цыплят готов, а для куриц я зачерпнул ведро пшеницы. Пернатые завтра с голоду не умрут. После этого я прихватил верету и полез на чердак. Здесь хранится сено и люцерна, из-за этого на чердаке стоит очень приятный запах. Набираем побольше люцерны. И кладем ее в сарай. Марта и кролики тоже будут сыты, но и пить животным нужно, поэтому я взял несколько ведер и отправился к колодцу. Вытаскиваем из него воду и наполняем ею ведра. Их несем в сарай, чтобы дедушка не таскал, ведь завтра за скотом будет ухаживать он, а я буду занят огородом. Все дела на сегодня были сделаны, но дома сидеть вовсе не охота. После тяжелого дня я решил отправиться на рыбалку. Взял свою удочку, а в качестве наживки кусочек домашнего хлеба. Пруд находится на краю села, и чтобы не шуршать туфлями, поедем к водоему на мотоцикле моего деда. Днепр МТ-10, 650 кубов, ну настоящий зверь. Заводимся. Одеваем шлем и в путь. Вокруг сельские красоты, чистый воздух, ну что может быть лучше?
Добравшись к пруду, я сразу направился в заросли камыша. Еще в детстве я здесь расчистил окошко и до сих пор тут ловлю. Раскладываем удочку и замачиваем хлеб в воде. Вымешиваем его до тех пор, пока консистенция не начнет напоминать пластилин. Скатываем наживку в небольшой шарик, одеваем его на крючок и забрасываем удочку. Подождав минут 10, случилась первая поклевка, и на крючке сидел неплохой карасик. Перемещаем его в импровизированный садок из сетки для картошки и продолжаем рыбачить. Снова неплохая поклевка, но рыбка слишком маленькая, поэтому отпустим ее, пусть подрастает. А вот этот карасик больше в 3 раза. Бросаем его в сетку и ловим дальше. Клев сегодня хороший, и за пару часов рыбалки мне удалось неплохо наловить. Рыбачил бы еще, но время поджимает, поэтому будем отправляться домой. По приезду мною было решено сделать лад с уловом. Карасиков побольше очищаем от луски и внутренностей, а менее крупную рыбу просто потрошим. Из нее приготовим настоящий сельский снэк, или как там в городе говорят. Для этого берем миску воды, добавляем в нее много соли и ложкой перемешиваем до тех пор, пока соль полностью не растворится. Перекладываем карасика в соленую воду и даем им время просолиться. Пары часов будет достаточно. После этого берем проволоку, нанизываем на нее рыбу и подвешиваем ее в солнечном месте сушиться. К выходным будет вкусная таранка. Больших карасиков я передал бабушке, а она отправила меня в курятник, чтобы я собрал яйца. В одном гнезде было 2 штуки, а в другом 3. Бабушке для приготовления рыбы понадобится всего лишь одно. Она выбивает его в миску и взбивает вилкой. Затем панирует карасика в муке и во взбитом яйце. Далее рыба отправляется на раскаленную сковородку и готовится по 3 минуты с каждой стороны. Когда на карасиках появилась золотистая корочка, можно снимать их с огня и пока тепленькое кушать. Никакая красная рыба не сравнится с собственно пойманными и с любовью приготовленными карасиками. Я поужинал, сытый и уставший, пошел в хату спать и набираться сил. Впереди нас ждет нелегкая работа на огороде, уход за садом, шабашка, сельский отдых и много чего интересного. Это вы все увидите во 2-й части, ведь ролик и так подзатянулся. Поэтому подписывайтесь и включайте колокольчики, чтобы ничего не пропустить. Скоро свидимся!